Люберецкий городской округ готовится к новому учебному году. Состояние детских садов и школ оценивает межведомственная комиссия. Процесс стартовал 15 июля. По информации Управления образованием, на сегодняшний день проверены и приняты 49% образовательных учреждений. Вместе с инспекцией в школе номер 28 побывала наша съемочная группа. 28-ю школу построили в 2017 году. Объект новый, но объем проделанной работы значителен. В здании провели сантехническую обработку, промыли вентиляционную систему, поменяли фильтры. Осмотр помещений начинается с класса физики. Основные вопросы, на которые мы уделяем внимание, это, конечно, санитарно-техническое состояние зданий, сооружений, помещений, готовность учебных классов, мест массового пребывания, это столовые, актовые залы, туалетные комнаты. Класс оборудован всем необходимым. Исполняющий обязанности главы Владимир Волков отметил хорошую оснащенность класса, наличие интерактивной доски. На партах новенькие учебники. Школа закупила 13 тысяч экземпляров для учеников с 1 по 11 класс. Также приобрели материалы для специализированных кабинетов. Это расходные материалы. Для кабинетов технологии были закуплены расходные материалы. Это древесина. Что касается химии, биологии, были закуплены химические препараты для расходников, чтобы дети проводили, работали с ними на лаборатории. Члены комиссии осмотрели классы, где проходят уроки труда. Помещения укомплектованы швейными машинками и станками. Зашли в военно-патриотический клуб юнармии. Любимое занятие ребят – сборка-разборка автомата на время. Посетили зал хореографии, где в первой половине дня ученики 1-4 классов занимаются ритмикой, а после обеда разучивают танцы народов мира. Актовый зал вмещает 700 человек. Те дети, которые сюда ходят, конечно, это счастливые дети, общение в таком количестве друзей огромном дает свои результаты. И, конечно же, в будущем это наши инженеры, это наши спортсмены, это наши педагоги. В том числе мы будем надеяться, что свои знания, которые получат в наших учебных заведениях наши же ученики, в последующем студенты, после окончания вузов будут работать в нашем округе. Столовая рассчитана на 500 учеников. По словам директора, пообедать успевают все. С подачи губернатора Московской области Андрея Воробьева в меню появились пельмени. В составе комиссии представители управления образованием, Роспотребнадзора, пожарной охраны, МВД и ГИБДД. Каждый изучает школу, исходя из специфики работы. Сегодня комиссия посмотрела школу номер 28, в состав которой входит 3 детских сада, 2 палисадика и 2 полноценные здания школы. Школа принята к новому учебному году. У служб и структур, с которыми мы сегодня работали, вопросов, замечаний нет. Работа комиссии продлится до 15 августа. В детский сад или школу она приезжает, как только там заканчиваются все работы по подготовке. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.